Ладно, надо хотя бы сейчас Уростик с Аркану выиграть, тогда будет плюс настроение. Так, где-то я здесь видел, подожди. Это не то. По-моему, где-то вот здесь было, если я не ошибаюсь. Dota ID. Вот это что ли? Так это мое ID. Снизу слева, вот здесь. Да я не прикалываюсь, ну теперь реально не знаю. Сейчас, секунду, разберусь. Подожди, все, сейчас добавить. Добавьте друзей, чтобы создать группу. Ну, давайте, Ростикса, можно сюда закинуть, пожалуйста? Это моя гильдия. Сейчас, подождите. Ну, можете написать? Копируй номер карты и три цифры сзади, я все сделаю. Так, ты не пизди, подожди, с этими картами. Тут не карты, блядь, тут дота, нахуй. Человек и плюсик сверху, вот, вижу. Сейчас, секунду, подождите. Сейчас все будет. Это я, путь с той игры. Не открывай свой рот, тупой. Твои артефакты говно. Где Хекс? Где твое МКБ? У меня МКБ было, посмотри нахуй. Залупа, блядь. Не, дай мне за свет, Ростикс, дай за свет. У меня МКБ было, в отличие от вашей команды, у которой вообще ни одного не было. Ну что, Ростикс, ты готов, блядь, нет? Познать настоящего инвокера в миду. Сейчас ты охуеешь, братик. Потому что когда играет легенда на инвокере, блядь, это красиво, как минимум. Сука, добавь его в Дискорде. Не, я могу его позвать в Дискорд, если он сам хочет. Просто, может быть, ему прикольнее так постоять, поиграть. То есть, может быть, ему так удобнее. То есть, как он хочет, мне без разницы. Просто я буду потеть. У него даже сета нет, ребят. Но это легкая должна быть. Игра на Аркан. Ну, естественно, на этом стриме, блядь, на фантике люди это самое не играют. Тут, блядь, серьезные сидят ребята. Только Ростик, не стрим снайпи, пожалуйста. Ростик, я тебя слышу, братан. Я тебя слышу, братан! Ну все, братан, я потеть буду, я тебе сразу говорю. Я тебе так просто Аркану не отдам. Я очень жесткий. На Аркану играли, на Аркану. Слушай, какие правила у нас? Смотри, он лимит, без крипов типа лесных, без рун, без бутылки, одна вышка или одна смерть, правильно? Или как вообще играют? Ну, какие хочешь вообще? Что хочешь? А на этих, только смотри. Главное. Только смотри на этих, на экзортовых, давай без квас векс. То есть, ну типа квас, понятное дело, что все можно качать, но начало типа через экзортовых, понял? Окей. А то вот эта беготня, блядь, по всей карте меня заебет. Вот, я не умею играть на вексовых, я только экзортовый. Так, а теперь ставим на кон. Что ты ставишь, Серега? Аркану ставлю, аркану. Ага. А я ты? Я ставлю ДК-хук. То есть, получается, если я выиграю, ты мне даешь ДК-хук. Если я проебал, то я тебе аркану, правильно? Да, прям вот покупаю тебе ДК-хук, прямо вот после игры. Ну все, братан. А у тебя 10 тысяч есть? Да, он так-то дорогой. 10 тысяч есть? Братик, у меня в криптовалюте работал вообще-то. Все, понял. А давай на биткоин тогда сыграем. У тебя есть биткоин? Да, давай. А я, если проиграю, тебе аркану дам. Окей. Бля, ну слушай, а ведь он думает, что у меня типа 100%. Я хочу уже зарубиться, Серег. Так, а ты паузу нажал, я готов. А, ну все, погнали. Я просто думал, тебя ждут, и ты там разминаешься, я-то размят уже. Серег, ну я считаю, если я как-то проиграю с биткоин, то что, мне отдавать? Получается, что так. Не, ну ладно, давай на ДК-хук, ладно, биткоин это типа как-то слишком, я считаю. Ну ДК-хук ну, ты да, ставишь? Согласен. ДК-хук ты ставишь? Да. Все, поехали тогда. Ха-ха-ха-ха! Блять! Вот эти вот, оранжевый инвокер, правда? Что оранжевый? Ну, типа, огненный. Огненный, все правильно. Ну, то есть, двух форжей можно, но, типа, чтобы не квасвекс был изначально. Бля, ребята. Стопим крипов, стопим. Да. Стопим? Да. Ну, можно, конечно, нет, а ты стопишь, я могу их отпустить. Я тоже могу, да, все. Я, если честно, чуть-чуть не получилось. Ну ладно, я отпустил, короче, пусть они там на миду, блядь, сами идут. Или ты стопишь? Бля, ну ладно, похуй. Нихуя, бля. Серега, только не поддавайся, пожалуйста. Не, я буду, блядь, за ДК-хук, братан, извини, никаких поддавков не будет. Бля, чё они не добиваются-то, не понял. Так,
Серег, сколько крипов добил? 20. Обалдеть. Хватит динайт, блин. Так. Слушай, а чё у тебя на один уровень выше? Ты книжку, что ли, покупал? Нет. Просто если что, книжку нельзя покупать. Да, только на 10 минуте. Серёг, ты что, ты на инвокере нул? Не-не-не, подожди, это только начало, братик. Какой тебе там винрейт на нём? 70. Видел, 70%. Ну, у меня, кстати, тоже. А на какой можно второй скилл брать уровень? На любом, просто, ну, типа, на любом бери. Ту-ту-ру-ру. А чё ты будешь, Серёг, покупать? Не знаю, Тараску возьму. Скоро я тебя загашу, Серёг. Нет, 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 брат. Нет, у тебя ничего не получится. А вот так. Не бочил. А варды можно ставить, варды? Слушай, я не знаю, честно. Ну, если вообще вставят, то давай ставим тогда. Я просто не в курсе. Я давай, без давай, вардов. Давай, давай, давай. Я просто без вардов. Ну, типа, я их никогда не покупаю. Бляха. Чуть-чуть рук. Короче. Не, такие здесь моменты не прокатывают. Ты это уже понял. Первая игра за день, что сделать? Ну что, Серёг, готов сейчас умирать? Давай, давай. Давай, блядь! Доби, доби! Это чё такое? Это чё такое? My mind is my arcanery. So it is said. Человек, ты где? Я ушел на базу. Понял. Ага. Ой. Ааа, блядь! Дави, дави! Ой-ой-ой! Серега! Блядь, сейчас мог просто ДК-хук залутать. Вот кинь, блядь, ебучий санстрайк куда-то в сторону и все, блядь, и победа. Я тебя пожалел на самом деле. Да блять, сука! Ну блять, я мог его в миду убить, когда санстрайк кидал, если попал. Игра? Чего? Ну все, ты выиграл, получается.
На еще одну аркану? Не, я только на одну готов играть. У меня только одна. Так не, мы же Best of 2, мы Best of 2. А, две катки? Ну давай, давай тогда на SF-ах, я не знаю. Ну типа на алхимиках мы будем очень долго играть. Просто я не знаю, как там типа фармить 6 сватов, блядь, чтобы убить кого-то. Надо какой-то персонаж, который типа может за секунду убить. Ну на SF я супер хуёвый. Давай на этом, на инвокере еще одну. Давай типа Best of 2 на инвокерах. Давай, давай на инвокерах. Не, я примерно понимаю, как он играет, ребят, сейчас разъебу. Все, я примерно понимаю. Серега, а может на пуджах? Не, я как-то играл на пуджах, там вообще бесполезно. Типа там из-за третьего спула, ну, вообще невозможно убить. То есть ты нажимаешь третий спел, доходишь до вышки и все. И там пока 6 сватов не нафармишь, никого не убьешь. Поэтому лучше давай на инвокерах. Серега, мы же на... потом на мейнах в матче поем? Ну, можно будет. А нас не пустят, наверное, у нас рейтинг типа разный. Или у тебя есть еще один аккаунт? А, тогда можно будет. Ты же вот говорил, что у тебя тоже мейн есть вроде там. Сколько? Сколько? Да я туда не захожу, пароль забыл. Кстати, у меня тоже... У мамы на телефоне SteamGuard типа был. И все, телефон потерялся, если я сейчас выйду с аккаунта, все, он потеряется. Как? А восстановить попробуй, у тебя же есть почта. Там типа самое главное, чтобы почта была, и если ты деньги закидывал с карточки, все, тебе восстановят. Да, тебе надо будет предъявить чеки, то, что ты закидывал деньги на этот аккаунт, и почту, и все, и ты можешь восстановить. Надо было отходить, Серега, в 13:20. Да тут не отходить, типа, на самом деле, ну, все хуево было изначально. То есть я немножко в начале хуево сыграл, поэтому в конце мало было шансов. То есть надо было... 42%. 42% рейд. Ну, типа, я изначально просто учился на этом аккаунте. То есть, там, первый каток, может быть, 30, я просто заруинил пацанам. У меня 89. Ну, нормально. А сколько всего каток у тебя на инвокере? 400. А на других аккаунтах ты не играл, только вот это у тебя, да? Давай, короче, не блочить крипов, а то что-то мне не получается. Окей. Так, ладно, все, ребят, я настроен максимально. Так, все, блядь. Никакого пиздобольства. Просто, блядь, жесткая катка. Сейчас я вам покажу, блядь, за что головача любят в доте. И уважают. Серега, ты сказал, не стопил. Не, я не стопил, смотри, одинаково. Откуда у тебя такой сет мел? А это мне зрители подарили. Мимо. Я в крифа давал. Да, блять, нахуй, разъебан, блять. Вот так вот, блять. Давай третью, поехали, блять. Я так просто не сдаюсь. Вот так вот, ребята. Вот за это головача уважают в Доте 2. За такие моменты. Только ты не поддавайся, честно играй, хорошо? Ты Sunstrike кинул, как будто у тебя миллион игр, и потом Колснап пробил. Ага, нет, ну все было грамотно сделано, естественно. Да вообще. Серега, ты легенда в натуре, спасибо.
Бля, ну только не на инвокере. Ребят, а на других персонажах тяжело играть, типа, один на один. Ну, типа, если мы будем на каком-то там пудже, я сказал, что мы там вообще друг друга не убьем. Там пока, бля, 6 сватов не нафармишь, тяжело кого-то убить. Поэтому тут вариантов-то нету. Не, давай не будем, типа, так честно, они выходят в центр. Просто я, ну, хуёво их стоплю. Да я реально не поддаюсь бы. Чё они пишут тройчик актёр? Yes. Какой актёр? Не, а у них, понимаешь, типа, если я выиграю, они скажут, что я тебе, типа, заплатил, там, мы договорились и так далее. То есть, а если я проебу, они мне скажут, что я долбоёб, типа, не умею играть. У них в любом случае есть отговорка, они не признают, что я легенда. Даже если я интернешнл выиграю, они скажут, что там я заплатил, или там, не знаю, блядь, папа работает в Элвен. Команду делаем? Команду? Давай, давай. Нет, ты просто представь, если мы приедем на интернешнл, там просто, типа, у тебя ранг такой, а мы выиграем интернешнл, и что скажут? Не, реально, прикинь, если я выиграю интернешнл, у меня будет 2000 ММР, типа, я выиграю интернешнл. Там вообще, наверное, ну просто все удалят доту. Просто массово удалят доту и ливнут оттуда, нахуй. Потому что, ну, это пиздец. Да-да. Ну чё? Удачи. Давай, братан, давай. Решается сейчас. Давай на инвокерах без шариков. В смысле? А, не, я так не умею. Я так не умею. Это с руки только. Не, давай с этим, со спулами. Мана кончилась. Так, все, купил. Че, Серега, готов? Да. Скоро будет. Mindfully. Бля, беги! Блять! Но это было близко, это было близко. Ха-ха! Зарубились. Блять, ну не знаю, типа, ну как его. Там? Так, ну получается, я тебе аркану проебал. А какую, ну, ты хотел? Ты вроде сказал, это на Джиггернаута тебе нужна или на кого? А какие есть? Давай посмотрим. Ну, на Джиггернаута могу тебе дать вот такую, смотри. Ты на стриме сейчас? Ты на стриме, братан? Ну, да. Сейчас покажу. Да. Во, вот такую, не? Смотри. Вот это. Нормально? Нормально.
Пойдет. Шляпу на цепцерапку. Нету такой карты. Серег. Нету такой карты, нету. Она не разыгрывается. Да. Ну ладно тогда. Ладно тогда, мне вообще ничего не надо. Сейчас я тебе скину. На СФ нормально тебе будет аркана? На СФ пойдет? СФ? Угу. Это нам придется снова зарубаться. Ну, можно будет, но не сегодня. Мне нужно тренироваться немножко на СФ-ах. Я типа супер хуёвый, да, на СФ-ах. Согласен. Ты вот на своих героях умеешь, я заметил. На своих героях? Ну, я кэрри, типа, обезьянке. Я в мид редко хожу. Я типа кэрри в основном. На обезьянке ты хорошо играешь. А, на обезьянке у меня была, да, одна такая хорошая катка недавно. Хорошая. Была. Ладно, все, спасибо за игру. Спасибо, Ростик, спасибо. Все, реванш, когда там захочешь, пиши. Ну, я думаю, через недельку еще... я это, натренируюсь через недельку. Можно завтра на мейнах пойти играть, на мейнах. А, можно, можно. А ты на какой позиции можно... играешь? Ты четверка, пятерка у тебя? Четверка, да, или тройка? Я буду пятерка, пятерка. Не, а вообще вот, ну, типа, в основном на чем ты играешь? Какая у тебя позиция? Сейчас я вставал, у меня эта музыка была. Какая у тебя позиция обычно? 4-5 вот так. А, все, 4, понял. А это, Серег, хочу на Вайдарка. Вот а она непередаваемая. So а, там Battle Pass точно. Так, тогда завтра идем, я напишу на мейнах играть. Серега! А чё ты не умираешь, пиздец, блядь? У тебя герой, блядь, не умирает, ты видел? А до свидания.